идет круглогодичная жизнь, потому что здесь проводятся конференции, осмотр конкурса детей, планирование подготовки членов сборной команды на следующий год, тренерские семинары с приглашением людей из регионов, и, наверное, мы на сегодня обладаем, наверное, системой подготовки ноу-хау, о которой тоже на конференции будет говориться, которая начнется 19 числа. И я думаю, что если нам удастся эту методическую составляющую осуществить, то есть надежда, что мы будем непобедимыми. И кроме этого, наверное, за истекший период времени надо поблагодарить Алексея Селиваненко, и Самира Торпищева, и, конечно, Евгения Кахельникова, который, как вице-президент Федерации тенниса, звали все благодарную ношу общения со спортивным миром, привлечение мышц не только на Кубок Кремля, но вообще в России на ряд международных соревнований. И он сейчас принимал деятельное участие в этом же коридоре своих возможностей, связанных с Санкт-Петербургским турниром. Ну вот, и естественно, Банк Москвы, Кубок Кремля, это та визитная карточка в мире, и те начинания, которые сделаны от детских рисунков до того, что было сказано сейчас, это имеет очень положительный резонанс в мире, и не случайно Кубок Кремля на протяжении своей деятельности четырежды признавался лучшим по организации всех турниров в мировом теннисе вообще. Ну и что касается части спортивной, то, наверное, Соня представит слово директора турнира, который расскажет, что же будет, потому что после такого выступления нашим ответственным хорошо.